Приветствую вас. Ну, бо вітаю вас. Здоровенькі були. Всего найкращого. Предлагаю сегодня сделать стрим. Сегодня? Ну, сегодня 9 октября 2022 года. Стрим традиционный. Вечер вопросов и ответов. Так что можете задавать интересные вопросы, будут интересные ответы. Но я понимаю, конечно, сейчас там события мост. Нет, ребят, рассказывать, как подрывать мосты. Я могу, но лучше не надо. А вот поговорить про более реальные вещи, давайте поговорим. Тем более, что их у нас тоже хватает. Нет, я понимаю, что, конечно, сейчас как бы такой трэш, эмоции, это все понимаю. Но все-таки предлагаю стрим сделать более приземленный и поговорить про такие вещи, которые действительно интересны, ну, кроме Крымского моста. По традиции, стрим будет 21.00 за киевским временем. Не возражаете? Ну, тогда все замечательно. Так что, смотрите этот анонс, приходите на стрим, задавайте интересные вопросы. А, ну и самое главное, что вы же помните, что вопросы на стриме могут задавать спонсор. Так что, если вы не спонсор, ставайте спонсором, будете задавать вопросы. Ну, а если не спонсор, то сможете просто стрим посмотреть. Ну, такая вот парадигма жизни. Благодарю за внимание. До свидания.